За все отвечает нотариус. Что это значит, объяснили сегодня. Чтобы купить, продать, подарить недвижимость, с 1 февраля не обязательно обращаться в Росреестр. Совершить сделку можно, удостоверив документы у нотариуса. Раньше право нотариуса подавать документы также было закреплено в нашем законе. Но сейчас четко регламентирована ответственность каждого органа. По материально достоверенной сделке мы не проводим, Росреестр не проводит правовую экспертизу и не несет ответственность за законность сделки. При этом всю ответственность берет на себя нотариус. Госрегистрация по таким сделкам проходит в сокращенные сроки и занимает 5 рабочих дней. Сразу в Росреестр обращаться тоже никто не запрещает. Но регистрация в этом случае займет больше времени – 10 рабочих дней. Будет проведена правовая экспертиза документов. Гражданин, чтобы он мог иметь возможность прийти к нотариусу, заявить о своей воле и заявить свою просьбу, и нотариус должен уже обеспечить сбор той информации, которая необходима для проверки чистоты сделки и законности сделки. И, оформив эту сделку, передать в регистрирующий орган на регистрацию сделку, требующую регистрации и перехода прав уже к другому собственнику. И, получив обратно документ о регистрации права, выдать, не направляя гражданина в регистрирующий орган, свидетельство о государственной регистрации права или же иной документ, подлежащий регистрации, уже в своей конторе. Нотариус не регистрирует право собственности, только проверяет документы для совершения сделки и нотариально удостоверяет ее. Госрегистрация права собственности осуществляется только Росреестром, независимо от того, куда первоначально обратился заявитель. То есть обращаться в Росреестр нужно обязательно. Только кто это будет делать, нотариус или заявитель сам, все зависит от желания владельца недвижимости. В республике всего 50 нотариусов, 17 из них ведут свою деятельность в Чебоксарах, 4 в Новочебоксарске. Нотариат к наплыву людей подготовлен, подчеркнула президент Нотариальной палаты. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.